Короче, хапуга заблудилась. Ничего, она говорит, что ведро там, а я говорю, что там. Смотрите, если вот смотрите, вот сейчас, если я выведу вот тебя, смотри меня. Да. Если я выведу тебя к ведру, ты с тебя и точно. Смотрите, побирается хапуга за грибами. И она сейчас их будет кромсать. Ой. Клещ. Какой клещ? Ну, вон, наоборот. Какой клещ? Ну, кто это? Смотри. Смотри. Нифига себе, поляна. Вот это. Это то, что нужно. Давайте, счастливого пути. Опа. Обломался? Зявка. Ого. Так, что, ножку не берем? Нифига себе. Чего вообще прелесть. Не сидит же ее, смотри. О, заяц, смотри. Зайчик. Айхони цвета. Волшебного. Друзья, альбиносики. Видите? Это альбиносики, они обычные грибы, просто альбиносики. Как мне сказали, попробуешь. Если выйдет следующее видео, тогда хорошие были. Оба-на. Здравствуйте. Как вас зовут? Мистер Гриб. Ой, какой. Ой. У меня, подожди! Ух ты! Ну тихо ты! Шапку подожди. Волнушечка, я за тобой иду. Привет, кореша мои драгоценные. Ну что, хапуга он уже гребет чернику, бруснику. О, ага, полный рот набила, уже жует. Вот, мы вышли снова на сбор грибов. У меня... Там опасное место, поэтому карабин взял. Рюкзак. О, подожди, стой, стой. Ты что, нашла грибочек? Нифига себе. Так. Вот. Первый гриб уже нашли, маленький. Идем в наше козырное место, где грибная аномалия. Вот. Подожди. Идем, где грибная аномалия. Пуга вот. Поздоровайся со всеми. Скажи что-нибудь. Смотрите, сколько брусники. Вот, смотрите, брусники. Знаете, вот когда холодно, вот это тот момент, когда люди, они вот не за красотой следят, а за тем, чтобы было тепло. Посмотрите, какая уродская шапка. Посмотрите, какая уродская шапка у хапуги. Но, а, кстати, можно было проехать на шевроле, нормально. Но зато ей тепло. А у меня вот такая вот ушанка, как обычно. Ладно, друзья, поперли. Поперли, будем искать грибы. Будем радоваться, показывать вам погоду, конечно, не очень. Друзья, смотрите, что мы нашли. Хапужик, ну-ка, режь. Бедненький. Аж завернул. Грибочек. Вот банка консервная. Какого года посмотрим? 14-го. 2014-го. Так, сейчас идем вот вдоль леса. Только не бойся. Хапуга, не бойся. Здесь очень... Тут агрессивная банда рябчиков. Вот. Они здесь буянят. Вот, ты неправильно тут здесь грибы собираешь. Здесь они вдоль кромки леса. И чуть-чуть туда, кстати, волнушки могут быть там. О, смотри, какой. Ну. Нормально? Опа, съеден. То есть тут вот так вот приятно собирать, вот. Хапужечка. Плохие тоже. Друзья, классные грибы, такие маленькие, но плохие. Вон два штучки стоят. Видите, друзья? Один, вон второй. Сейчас грибница специального назначения. Чего, плохой? Нет, хороший. А большие куда будем тоже? Сушить, да. Что, икры наделали? Что, тоже хороший. Угу. Папужечка, иди за мной, пожалуйста. Фуфло, да? Видите, друзья, по первоначально взяли, а потом раз, стали докапываться и... Ой, какие маленькие тут. Смотри, два. Вон, красавчики. Видите, друзья? О, видите? Ну-ка, давай собирай красавчиков. Ты ищешь, я режу? Ну, мы вместе просто. Сейчас найдешь, подожди, сейчас пойдет их в море. Господи. Ну что ты их режешь? Вы скручиваете их ручками, там двое. Все. Братцы. Так.
Ну все. Ну вот смотри, вот вдоль леса мы идем. Иди, говорит, сюда. Че там? А тут всякие вкусняшки, да? Подожди, стой. Ну-ка. О, ничего себе, три. Ну да, сейчас. Да руками ты его выкручивай. Сколько раз учить? Так, вот один. Юкси. О. Ай, и этот, видишь? Это маленький, здесь оторви. 12, 3, вот, маленький, оторви сначала. Одна шляпка. Смотри, ты видал, сколько там? Ой, а вон еще, это вот это неплодородный, вот, да? Знаешь, плохой. Он своим телом всех закрывал, смотри. Угу. Возьмем вот это на мариновку и вот это. Чисто, да. Прям такие сошли. Оставь, остальные приедем попозже. Что такое у нас? Что? Подожди, стой, не рви. Вау. Вот, крутыш, крутыш, да? Теперь вот где? Во, а ничего. Где еще два? Так и тут море будет. Волнушка? Волнушка, да, но она такая. Мы вообще хотим волнушек, конечно, побольше. Ну, хорошая. Хорошая, бери. Тут, кстати, вон еще волнушка, смотри. Нарвались на волнушки. Опа, это кто такой? Маховичок. Ой, да тут, тут смотри, перестой. Ой, смотри какой, вон. Друзья, смотрите, вон какой. Какой я нашел. Опа. А смотри, так интересно, слышишь, тут так интересно посажено он. Смотрите, друзья, сколько. Вот это грибная аномалия. А ты представляешь, на моем месте сколько будет? Подожди, посмотри, вот этот, да? Смотри, я тебе какой дарю, вот. Ой, там волнушечка какая маленькая. Я тебе дарю. Подожди. Да, спасибо. И маховичок. Какой страшный. Маховик-то точно я брать не буду. Не будешь? Кто-то не только шел. Белый! Нет? Ну-ка. Маховик? Блин, я что-то уже... Смотри, смотри, волнушки. Ага, вон, смотри, их толпа. Ну-ка, переходим. Как их? Как одна? А там остальные не жуют. Маховик? Да, иди. Что здесь? Ага, два. Ну-ка, срывай их. А вон, не наступи сзади. Ой, малыш, смотрите, друзья, какой. Ти-дин. Так, видишь, ножка плохая сразу. Сейчас, подожди. Ты теперь командуешь мной? Видишь, плохая тоже. Ну, видишь, какие шляпки плохие. Шляпки, да, красивые, а? Красивые, но... Это как жизнь. И вчера вот были такие чистые, человек, почти, да? За маленьким. По-настоящему говно. Ой, а посмотри, ты уже, может, пойдет? Маленький, хорошенький. Проверьте его, пожалуйста, леди. Дальше здесь вот еще сейчас смотрим, будут. Смотрим. Вот там, тихо, на ножом. Той стороне. Смотри. Ну, не будем, да, их брать? Ну, конечно, пополам. Ну, чисто, чё? Да не бери ты уже это. Не, ножку эту не буду брать. Так, подожди. Ой, смотри, вон, иди сюда, смотри, толпа. Ну, они такие, средние. Вон там. Ну, такие мне не нравятся, мы их не довезем до дома. А если чисто... Не трогай их. Вот, смотри впереди. Посмотри вперед, не трогай его. Посмотри вперед. Что там? Ой, маленький, да, какой? Ой, тут он с этой стороны. Вот, давай, ты тот режь, а я... Не, этот все. Хотя... Ой, в брусничке растет, смотри, видишь? Смотри, как рябчик накакал. Хороший. Смотри, шляпка хорошая. А шляпку возьми. Так, ножку отрезаем. Вот здесь еще сейчас будут, где-то внизу, ой, я видела, проглядывали. Подожди. Сейчас мы этот заберем, чтобы к нему не возвращать. Да подожди ты! Ой. Да тихо ты! Жопа. Ой. Подожди, у меня плохие. Вот их толку, их много, но в сравнении, которые мы вчера с тобой нашли, чай чистые были. А сегодня... Смотри, смотри, море? Вот там, смотри. Да подожди ты! А брусники сколько? Ну, брусники, да? Блин, плохие. Большие, да. Плохие. Вот плохие, минус. Ты где снимаешь? Да подожди ты, я вот только пришла. Где много? Вон там вижу маленький. Вот это лопухи, я их даже брать не буду. Вот этот тоже не буду брать. Посмотрю. Посмотрю, вот этот вот красивый, который плохой оказался в итоге. Здесь мая.
которых мы не видим. Так, вот это все. Смотри, какой хороший вот этот. Опять лопухов набрали. Наберем. Так, смотри, вот здесь горячок. А маленького чего не увидел рядом? Видел. Я хочу, чтобы ты его содрала. Сейчас я вот от маленького. Смотри, ну хороший. Давай еще ногу напополам резать. Не надо ноги напополам. Приедет домой месиво. Месиво, да? Конечно. Ой, какой красивый. О! Красавец. Нет, чуть давай. Так, о, смотри. Чего? Хопа, о, чуть не о, наступило. Видел, чики-брики. А вот, смотри. Где? Ой. Сейчас вот это все круче найду. Опять он под. Пока по ножкам хороший, но шляпки вот большой. Они большие. О, еще один. А брусника какая вообще. О, кстати. Медведь сюда нельзя. Ну что, ты шла вот за этим вот. Медведь сюда не зря ходит по грибы. А. Еще, подожди. Ой-ой-ой. О, какой красивый. Почему? Мы не сможем. Не сможем? Мы не сможем это бросить, да? Да тихо. Нет. Я не понимаю, кто каждый день в лес ездит? Я или ты? Чего? Ты сюда придешь или я буду резать? Я иду, мы будем вместе резать. Вот оттуда и сюда, а потом здесь и немножечко там. Подожди, сначала вот эти три. Жопа. Жопа. Ты что, я буду... Да здесь, видать, такая, знаешь, это полоса. Да. Полоса, и вот по полосе идет грибница. Так, те три сорвала. Где еще? Так, вот там вижу. Ты смотри, я же не знаю. Вот ты вот смотри, какой здоровый. Ты шел здесь, охал-ахал. Пипец, жопа. Вот, срывай. О, красиво. Вот там вот вижу. О, нифига. Смотри, вот это ты должна прийти и снять тебе это лето. Кого? Подожди, тут, короче, у нас кто? Блондинчик. А, нифига, красивые. Друзья, подожди, надо особо показать, друзья. Снимай меня. Меня вот так. Друзья, альбиносики. Видите? Это альбиносики, они обычные грибы, просто альбиносики. Как мне сказали, попробуешь. Если выйдет следующее видео, тогда хорошие были. А если не выйдет, тогда нехорошие. Так, смотри. Подожди, у меня там два осталось. Вот это меня. Вот это, давай, срезай. Подарю его тебе. Ой, спасибо. Я дарю его тебе, хорошо. Благодарю. Мадам. Даже хороший. Тебе повезло. Смотри, все поставили. Да, красивый. Так, где еще? Где еще? Вот этот. Маленький, там море тоже. О, о, о. Да что ж такое-то? Сейчас набрали лаптей, а сегодня малышей ведро. Блин, мне кажется, что я здесь кого-то упустила. Ну хороший, ну такой, наверное, хороший типа. Типа? Или порежь его напополам, или что, не стоит? А тут чисто смотри, возьмем. Вот спорим, вот спорим, смотри на меня. Вот да. Прям. Спорим, этот плохой будет? Хороший. Давай, делайте ставки, друзья, и пишите комментарии, вот этот гриб хороший или плохой? Че? Зачем ты закрываешь? Ну, как ты думаешь? Хороший. Ха-ха. А ты сказал плохой. Да так я. Вот так вот. Так подожди, ставки, а мы ни на что не. Я здесь пахал уже, пошли дальше. Так подожди, ты пахал, мы ж не все срезали. Как все? Все, что ли? Ну да. Ты так долго здесь верещал, пока я там шла? Я каждому грибу. Мне кажется, 100 пудов где-то что-то оставил. Так, вот это что? Где? Маховик, маховики какие страшные все. Да, пошла. Когда успеваешь обходить? Всю территорию. А тут два. Так, корешочки мои драгоценные. Смотрите. Вот это тоже гриб. Че? Какой он? Как ты думаешь? Ну-ка, спор. Плохой. Опа. Обломался. Зевка. Ого! Так, что, ножку не берем? Я даже не хочу ее отрезать, но. Палочка, смотри, чистая. Так, смотри, ножка тоже. А второй рядом.
Я тебе его и показываю. Смотри. Так, давай. Вот это здоровяки. Шляпу порежем, давай посмотрим. Порежь. Ну-ка смотри. О, ложи, хороший. Кенхюен, пилотан. Красивый. Здравствуйте. Какие-то у меня здесь три, но они такие кривые. Кривые, страшные. Маленьких почему-то не видать. Ты меня специально отправил там, где их нету. А то брусничка есть. Ой, два даже. Хорошо? Слышишь, наклоняй там или как? А вон, ой, большие. Но я сейчас сверху. Я тебе решил помогать. Ой, какой, ой. Смотри, что здесь творится, иди сюда. У меня, подожди. У меня важнее. Забирай грибы давай. Ну ничего доверить нельзя. Так, ну все, плохой. На открытых почему-то плохие. О, смотри какой. Вот это маховичок. Да ну нафиг. Да. Так, вот там смотри. Ты придешь этот гриб собирать? Я приду. Вон, давай. 3 часа, блин, ходишь там. Так. У меня тут, между прочим, ведро с грибами рассыпало. Сейчас получишь. Наговорил, что здесь грибов. Иду. Я тебе говорил, в долгосрочной перспективе. Ну вот большой, где еще? Чего там один? Так ты придешь, говорит. Выкидываем? Да. Там нечего вырезать. Давай сюда, собирай грибы. В Подмосковье я собираю. Собирай. Не ори. Заколебал. Это ж тихая охота, не пугайся. Бежал. Плохие. Но все равно. Ой, смотри вон, смотри какой. Смотри, малыш. А здесь? Так я тебе их показал на них вообще. Я думал, это большой такой показал. Вчера с недели опять устраивает. Вот здесь вот чистые. На. На, лови. Раскрай. Идеально. Нет, вот это, смотри. Что там? Да, это точечка, это фигня. Да, это съедим, мы... хрустеть мяском. Мы ее дома вырежем. Держи, смотри, какие. Смотри, какого они цвета. Волшебного. Так, а пошли куда? Назад пошли. О, смотри, тут трое. Вот, а ты говорил, мы здесь уже ходили. Посмотри, какие класснённые. Ой, какие длинные. Ой, ты маленького тоже видел? Я всех вижу всегда. Такого малыша красивого. Ой, а там еще маленький. Сейчас я его достану, смотри. Смотри. Ты когда, если хочешь... А сюда, смотри. Где? Ты когда хочешь на камеру себе показать, ты не показывай на свои глаза, ты выше. Так, да это надо порезать, Аллочка, наверное. Ничего резать не надо. Смотри, какая красота. Так мы сейчас уже нам возвращаться, получается. Куда? Место, конечно, вообще. Шик просто. Посмотри, какие они, да? Вамху чистые, красивые, яркие. А вамху нота нет. Не странно, потому что они в сухом стоят. А эти стоят вамху. Вамху всегда вам рассказывает грибы идеальные. Самый заслуженный миколог Республики Карелии. Кто? А Левтина? А ты чё, куда пришёл? Левтина. Вот кто Левтина, так это ты. Два, что ли, там? Да. Нифига себе. Ка снимай. Пне. Вот. Дал? Красивенько. Вот. Может, там где-то ещё что-нибудь? Да хватит, давай, пошли там. Я не буду искать. Подожди, куда пришёл? Так, выходим вот на делянку. Пошли со мной. А вот здесь вот надо было посмотреть. Вот, смотри какой. Не хочу посмотреть. Снимай. Аде. Смотри, какая нога, да? Ну. Длинноноги. А вот там видел, второй красненький стоит? Конечно, я к нему ушел. Ага. Тут, да, кто-то не один. Вот это альбинос. Смотри, смотри. Что там? Не бери только больших. Хорошие они? Не знаю. Сейчас проверим. Проверяй. Ого. Блин. Блин. Сколько мы здесь собираем? Ну, минут 20, да, наверное? Да вообще. Вот два лежат уставших таких. Да. Так главное, знаешь, как интересно, прям лежат. Так они устали? Ладно, пошли дальше. Да блин, а!
Пошли туда, мы там пропустили. Тебя, опугу, природа уже выгоняет. Я вон, видишь, не побоялась ничего. Что? Видишь, кучка, видишь? Да. Знаешь, почему это кучка? Почему? Раньше, когда леспромхоз пилил, они харвестеры. Да, они люди собирались, да, в кучку. А, да, убирали. Но я вообще тебя такое знаю, но... Да что ты знаешь, городская тёлочка. Слышь? И потом вдоль... Там вот тот большой даже не будем смотреть. О, заяц, смотри. А, зайчик! Зайчик вообще прелесть. Он сидит, жует, смотри. А ты такое видела? Видеть. Видела? А ты такое видел? Бери, о, смотри, смотри. Что? Хотела, ой, пойти, ну? А он тут вон сидит, ждет меня. Маленькие такие. Так. Вот это мне фигня мешает, говорю. Вот постоянно. Ну ничего страшного. Но вот эти тот не будем брать. Вот этот я тоже трогать даже не хочу. Вот этот вот красивый можно. Сейчас я его посмотрю. Зайчик, да? Не, да конечно, все, ханаем. Не, да, вот эту шляпку возьми. О, вот это, смотри. Это чистенькая шляпка. Червивый. Червивый? Нет, шляпка хорошая. Так, там большой. Вот здесь вот еще стоит, но этот сухостой, мы его даже не будем проверять. Так, ты что, снимаешь там? Да. Смотри какой. Во, видишь? Но какие-то они тут не яркие, да? Да, они здесь такие, они больше, мне кажется, на солнце выжженные. Ну, они же на открытом месте растут. А волнуху, смотри, как растут. Во, волнушечку. Ой, а там вот большой, он по-любому хороший. Подожди. Съеденная. Ну-ка, большой гриб, да, давай. Он по-любому будет хороший, потому что он видно такой он. Ну все, гудит, мы. Угу. Кто гудит? Ну, кто гудит там. Не слышишь? Ну и что с ним? Пополам. Разрежь, чтобы убедиться, что она чистая. О, идеально. Волнушечка, я за тобой иду. Господи, почему она одна? Она шикарная, но она одна. Ну, да нет, они должны толпой расти, либо, я не знаю, типа выживает сильнейший или как это? Иду, иду. Смотрите, красивые. Вот два, и вон там, смотри. А у меня, смотри, какая. Ой, фига волнушка. Такая жир. У меня есть пакетик, на. Складывай в пакетик. Давай. Волнушки просто в пакете, конечно, не желательно, но что поделать. Где еще третий? Вот тот большой? Да не. Выглядит крепеньким, не? Ну? Так, ну, голову не будем брать. Почему? Ну, куда шляпа? Смотри, какая она. Чисто. Идеально, бери. Посушим. О, 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 нифига. Что? Пошла за большим, а здесь два маленьких сидит. Вижу. А вот здесь, смотри, маленький какой. Мы сейчас, короче, выходим на дорогу, высыпаем наши трофеи. Ой, вон там, смотри. Высыпаем прямо на дорогу? Нет, высыпаем в рюкзак, у меня же рюкзак. Ага. Вот, и идем с ведром. Хорошо. Или наоборот. Ведро оставляем, идем с рюкзаком. Да, как? Пошли с рюкзаком, какая нравится. Так, зачем, смотри, их по 50 раз? Вот туда заходи, пожалуйста, вот к пню. Потому что мне с пленином неудобно. Хорошо, к пню. Вот туда вот заходи и там. Захожу. Чуть вниз и потом где-то. Увидишь медвежье говно, от него налево. Да иди ты. Ой, там отсюда. И что он здесь нашел? Вот эту вот корявку вот эту. Ну ладно. Возьму для приличия. Ой. Это вообще никакой. Вот здесь. Вот это вот. Это то, что нужно. Так. Посмотри, нормально все.
Викинг Хьювин, смотри, вот это. Я, видишь, я даже по веткам не хожу. Это не буду брать. О, вот этот красивый. А там второй не вижу. Ощущаю его тебе. Здорово. Шундра, ты огородная. Ой, там впереди еще вижу. Да, там много. Ну все, я пошла. Нет, стой. Ну кто ты, блин, меня? Снимать-то мне, снимайся. Да я тебя сняла же. Снимайся в реалити-шоу. Набери грибов. Стой, туда такие полосы, и там. Ага. Короче, ведь это ж когда-то, наверное, какие-то дороги шли, да? Нет, делянка, так просто садили раньше. Сейчас же не садят. Ну, смотри, ты пропустила? Подожди. Нет, я не пропустила, а тут не дошла еще. Ой, сломала ногу. Ну, грибу. Грибочку. Сломала ногу. Смотри, какой яркий. Ой, какой кокошек. Слушай, свежий, наверное, да? Либо они на дожде. Либо они на дожде просто так блестят. Попробуй. Хочу. Покажи. О! Так, стой, надо к ведру возвращаться. Стой, здесь будь. Или как? Не, я одна не останусь. Карабин тебе оставить? Иди. Смотри, вон там красноголовый сколько. Я шла туда. Ну иди, срезай их и пошли к ведру. Подожди, мне здесь плохие. Да и нафиг, не бери. Они плохие. Че ты пакет оставил? Ой, господи. Раз. Никак. Ой, смотри, маленький он. Хотя тут всем хватит. Конечно. Выше поднимай вот так. Вот так вот. Когда да, сюда. Конечно. Штатива ты моя. Кудря моя. Так, пошли. Да. Друзья, короче, хапуга заблудилась. Ничего она говорит, что ведро там, а я говорю, что там. Смотрите, если вот смотрите, вот сейчас, если я выведу вот тебя, смотри меня. Да. Если я выведу тебя к ведру, ты с тебя кое-что. А как мы оставили ведро внизу, если мы шли сверху вниз с пакетом? Молодец. Вот ты потому что и тебя одну в лес не пускаешь. Ничего не понимаю. Забудешь. Каким образом? Мы шли боком, поэтому мы сейчас и идем боком. Все понятно, но... Ну я бы вышла просто на дорогу, да и все. А потом бы, может быть, сообразила. Может быть. Чундрик. Два даже? Ух ты! Ну это так, это разминочка перед тем местом. Ну там хорошо так собрали, слушай. Вообще. Друзья, вот идем вдоль дорожки. Можно, в принципе, здесь... Ой, смотри, вон, красавчик какой. Вах, вах, вах. Обана! Здравствуйте. Как вас зовут? Мистер Гриб. А тут? Плохая шляпа. А вот это посмотри. Этот я не хочу даже, я уже вижу. Хапугу не возьму с собой за грибами. Вон, я сказал. Вон? Фига себе, какая же шляпа. Ну-ка. Смотри, какой. Ну вот ты режешь, ты пол шляпы и лапы ему отрезала. Отстань. Вырвала ручками и все. А вот это, смотри, как где берешь? Где вот эти? Вот его младший братец. Нет. Нет? Так ты его даже... Друзья, смотрите, она не грибы собирает, а уплетает брусню. Смотри, какая. Нормально. Так, что? О, два там, видела? Это тут съедены? Ну что, посмотри. Ой, шляпа. Ну пополам-то порежь ее. Даже не хочу. Маленький, где он? Молодец. Красивый. Так, ну что, давай пошли вниз тогда. Не, ну ты... Еще корзинку? Вообще люди едут, две корзинки собрали и домой. Ну и заготовку там. А мы? Так, а ты не забываешь, как тебя зовут? Миссис. А. Фуга. Так, что, туда? Смотри, какая стайка. Ой, ну, вон. Какую-то другую сторону. Почему? Давайте, счастливого пути. Ух ты. Тихо, тихо. Смотрите, друзья, хапуга чуть не прошла. С кем не люблю грибы? Так вот, резала прям по шляпу и все. Они потом такие... Красавчик вон какой. Смотрите, друзья. Смотрите, друзья, красавчик.
Сейчас Хапуга Михайловна соберет его. Тебе понравится. Тихо. Ой, смотри, здесь сколько их. Вон, два. А, ну два. Вот такой вот. Опачки. Не знаю, этот брать, посмотришь. А, не, не будем, наверное. На. А вон, смотри, ламбина какая-то. Маленький вот этот возьми, маленький. А кто зачем большой это берешь? Может, плохой? Смотрите, друзья, кто там. А? Ай, плохой, наверное. Сейчас тебя дам, если будешь смотреть. Вон маленький, смотри, какой. Опа. Ну-ка, будешь смотреть? Посмотрим. Пошли. Так, стой. Тихо, кто держи, держи. Кто там? Никто. Оба! Смотри, какой красавчик. А так можно вообще спускаться, подниматься. Смотри. Тын-тын-тын-тын. Быстрее, мне кто-то лазит. Быстрее, кто-то лазит. Кто лазит? Кто? О, но. Клещ. Какой клещ? Ну, вон на бороде. Какой клещ? Ну, кто это? Да это лосиная вошь. Ну, вошь. Клещ. Ну, я и говорю. Ты, блин, мне еще страшнее стало. А по мне хоть нравится, они как чувствуются? Слушай, так они, да, неприятные. Я тебя посмотрю. Они, ну, они вот они планируют с деревьев. И потом грызут в мозг через ухо. Чего? Смотри, каких вон, видишь? Ну-ка. Возьмите их, пожалуйста. И она сейчас их будет кромсать. Раз. Чистый. Два. Грязный. Хороший. Ну что, корешочки мои драгоценные. Вот мы насобирали грибов. Вот ведерко одно. И там еще, наверное, чуть меньше такого будет. Хапуга, ты довольна? Да. Да? Вот у меня такая шапка прикольная. У меня тоже шапка. Короче, что, видели зайца, видели стаи гусей. Видели мыши? Кого еще видели? Видели много грибов. Друзья, ну вот так вот мы пособирали. Такую погоду, конечно, плохую. В таком месте вот классном. Ну, пора домой. Да, пора домой. У нас Хапуга, здоровяк ждет же дома. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. И не забывайте про колокольчик. И всем пока-пока. Пока-пока. Смотрите, друзья, посмотрите вот на это зрелище. Одинокая женщина посреди тайги с ножом в руках. Идет из магазина. Идет из супермаркета. С ножом. Хапуга. Хапуг. Повернись, пожалуйста, сюда.